сорт перца Хабанера Ред Савино. Этот сорт считается самый острый среди хабанера. Его острота 248 от 248 тысяч до 577 тысяч единиц по шкале Сковеля. Это растение у себя на родине может достигать высоту 2,5 метра и 1,5 метра в ширину. Так это растение, если вы выращиваете его у себя в горшках, он будет где-то в пределах 50 сантиметров, 50-60 сантиметров. В теплицах, в открытом грунте, если при хороших условиях, он может достигать от 70 до 1,5 метра в высоту. Это очень острый сорт. Срок созревания у него 120 дней. Это вот такие вот интересные плоды. Вот, сейчас я вам покажу. У меня он небольшой. Всего сантиметров 60 в высоту. Вот он у меня в тени растет здесь. Вон, под забором. Плюс еще сетка накрыта. И как бы он высотой не блещет. Ну, мне вполне хватает и этого. Он очень урожайный. И посмотрите, смотрите, сколько на нем. На этом кустике. Этот кустик многолетнее растение. Он может плодоносить круглый год. Так что его можно выращивать как в теплицах, так и на подоконнике. Это очень интересный сорт. И довольно высокоурожайный. Очень острый. С него получится супер острые соусы. Вот смотрите, какие красавцы. Все зависит от его выращивания, острота. Если вы выращиваете при высоких температурах и при малой влажности, растение получает влаги, воды, острота будет очень сильная. Если благоприятные условия, низкая температура, где-то 26-27 градусов, и обильный полив, острота будет гораздо меньше. Но это касается всех сверхострых сортов, ну, вообще-то всех сортов острого перца. И смотрите, какой красавец. Это очень красивый, интересный сорт. Такой сорт вы можете выращивать у себя дома. Он неприхотливый. На рассаду высевать его следует где-то с 15 по 20 февраля. Если вы будете выращивать в открытом грунте, высаживать надо после последних возвратных заморозков. И вот, вот так вот он, урожай у него очень большой и очень красивые плоды. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. Всем удачи и больших вам урожаев. Всем пока.